17 по 19 июля на сценах Зимнего театра и концертного зала фестиваля состоятся выступления знаменитых музыкантов Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Андрея Макаревича и проекта «Джазовые трансформации», трио Энтони Стронга из Великобритании, Конрада Хервига и Алекса Сипягина из США и других. Однако обязательной составляющей фестиваля являются большие концерты под открытым небом. 16 июля фестиваль стартует большим бесплатным концертом в Сочи-парке, а с 16 по 18 июля пройдет серия концертов на площадке лайфсайта у Южного мола Мурпорта. Здесь выступят одни из самых востребованных коллективов из множества регионов России.